Так, ну вот мы немножко переехали и попали к царскому кургану. То, что мы видели. Известняк добывался из аджа-муштикайского карьера. Не ругаемся. У меня влезла вся купюра. На, вот смотри, вот сюда, Ярослав, снимай. Ладно, так это восстановленный портал. Ты куда суешь-то? Нет, ты пошли туда. Ладно, я сюда встал. Это восстановленное. Где восстановленное? Идем туда, идем. Где восстановленное? Все. Судя по вот этому налету. Игорь, а я телефон засовываю. Давай. У меня телефон входит. Давай. Вот, смотри. Где? О. Вижу, давай туда, было. Давай, пошли. Ну, вот так и твоя логика. Тут. Вот, да, вот тут тоже восстановлено, Ярослав. Тоже восстановлено. Ну ты ерунду какую-то говоришь. Это вы ерунду говорите, бля. Я не вижу ничего. Игорь, ты троллишь, ты опять троллишь. Причем тебя подавляющее большинство зрителей тебя поддержат. Че так заразно? Че так кричать? На, вот еще тебе здесь засуну. Или здесь тоже восстановлено? Да. Тоже восстановлено. Пошли дальше. Игорь, мы тебя не... Вот здесь вот тоже восстановлено, да? А в пирамиду пробовал засовывать? Да я там засунул вот так по локоть руку, знаешь. Ты знаешь, пирамида тоже это... Игорь, ты там не был просто, иди да? Иди сюда, иди, что ты остановил? Не пойдем. Пойдем, будем проверять, где лезвие ножа не влазит. Вот здесь тоже влазит, смотри. Или тоже восстановлено? Игорь, ну это клоунада. Да вот это клоунада с твоей стороны. Игорь, ты просто не понимаешь. Да это ты не понимаешь. Ты мне говоришь, что тут такое чудо, нет, что там между блоками не влазит даже лезвие ножа. Вот, я тебе воткнул купюру вот целиком. Когда ты съедешь, купюра и нож, но есть разница. Ну так нож потолще купюры будет. Да, давайте сфотографируем. Давайте вот здесь встанем и сфотографируемся. Марго, пойдем. Место шикарное на самом деле. Марго! Что ты не надо бы сфотографировать? Общее говорят. Телефон засовываю. Вот. По логике. Да. Ну, здесь что? Зачем ты выдал, блин, мой дом? Это я тебя со стороны показываю. Где здесь выдал, блин, я тебе со стороны показываю. Покажи мне, где здесь выдал. Телефон засунул. Это вот расстояние между блоками. Они не умеют. Телефон проходит. Расстояние, вот сюда телефон засунь. Тоже залезет сюда твой телефон. Ой, и тут залезет. Ой-ой-ой, какой бобильник. Нет, там чуть-чуть не проходит. Так, давайте коллективно фотографируем. Остановись. Марго. Меня попросили, как особое мнение. Я не буду. Хорошо. Вот я свое мнение высказываю. Но я так понимаю, что они потерь жалеют, что они меня пригласили. Можно высказать, но ты как клоунаду устраиваешь. Клоунаду, Володя, устраиваешь ты. Так, тут это самое... Ты мне сказал, я проверил. Твои слова не соответствуют истине, понимаешь? А я могу телефон засунуть тут. Ну засовывай, а мне говоришь, что там не влазит вообще ничего. Вот так будет. Сейчас мы сейчас встанем. Марго, или Ярослав, иди сюда. Иду. Зачем ты видео включаешь, если мы фото? И так. Может что-нибудь ляпнет такое ценное, знаешь. Ну. Ляпнет там вряд ли. Ну а что, Леша, иди сюда, все идите сюда, что вы там стали? Все фотографируют. Все запечатлевают этот исторический момент. Ну что, половина участников как бы нет. Поехали. Ладно, все, поехали. Вот это древняя карта. Вот это я понимаю, древняя. Или она была засыпана землей. А это было открыто такие моменты создают просто вообще. Они, может быть, результаты потом приносят.